В этом полугодии я знаю, что мы перевели техподдержку на открытой линии, и мы проводили опрос среди партнеров. Мы знаем, что некоторые это назвали прям событием, событием полугода. Наконец-то! Нет тикет-системе, да, чатом. Автор, разработчик всего этого Евгений Шеленков расскажет сейчас, как можно использовать открытые линии, фичи, фишки. Да, Женя? Мы провели большую-большую работу по вашим просьбам. Мы посмотрели, поработали сами. Сегодня расскажу про все это подробно. Времени не очень много, поэтому если какие-то будут вопросы, спрашивайте в нашем мобильном приложении. И также у меня Meeting Point сегодня будет за этим залом. И еще, в мобильном приложении можно оценивать докладчиков. От этого будет зависеть их премия после партнерской конференции. Как сказал Сергей Рыжиков, да. И зарплата. Открытые линии. Для тех, кто еще не знает, что это такое, это бизнес-инструмент для компаний, позволяющий собрать из разных цифровых каналов Viber, Telegram, Facebook комментарии ваших и вопросы ваших клиентов и обработать их в одном месте в вашем Bittrex 24. Мы в прошлом году, в сентябре, запустили два проекта. Первый — это консультанты первого дня. Это консультирование новых наших клиентов. После регистрации у нового клиента в течение недели показываются консультанты. Партнеры тоже присоединились, некоторые в пробном режиме, вместо консультантов тоже работали. Если вас это интересует, консультирование новых клиентов, возможно, какие-то именно ваших клиентов, которые вы зарегистрировали по реферальной ссылке, либо по коду, то вы тоже можете подключиться к этой программе, нужно подойти к Наталье Грихиной. Расскажу про консультантов. Консультанты первого дня оказывают поддержку в течение первых 7 дней. Их всего 7 человек, они работают по всей России. Среднее время реакции на сообщения составляет всего 1-2 минуты. Вопросы легкие, не очень сложные, решаются в течение 5-10 минут. Если Женя, вопрос... А у тебя есть статистика, как повлияло хотя бы там в процентах рост конверсии какой? Все очень хорошо, приведешь? Можно спросить у Натальи Грихи. Отзывы от клиентов очень положительные, именно от новичков, они узнают новые сервисы и лучше остаются с продуктом. Как вы знаете, техподдержка для коммерческих тарифных планов у нас перешла в чаты. Скорость реакции и, в принципе, разбора вопросов типовых значительно сократилась. Для более сложных все примерно осталось так же, но коллеги стремятся сократить эти показатели. Мы вообще, в принципе, в Bittrex 24 активно используем этот инструмент. У нас более 30 открытых линий и для партнерского отдела, и для техподдержки, и для консультантов. Всякие-всякие разные. Мы, работая с этим инструментом, поняли, какие есть узкие места, как можно сократить время реакции, как можно улучшить качество наших ответов, и мы сделали некоторые следующие обновления. Мы, первое, что самым важным оказалось, мы отделили общение с клиентами от общения внутри чата. Мы сделали отдельную вкладку. В ней, как вы видите, появились две зоны, красная и зеленая. Красная — это неотвеченные, те, которые нужно ответить максимально быстро и перевести разговор в зеленую зону. То есть все менеджеры должны будут стремиться, чтобы красной зоны у них не было. Значительно это облегчает работу консультантов, положительные отзывы. Это обновление уже доступно на всех Bittrex 24, и в коробку мы вроде как отпустили. Да, да, да. Все это можно уже попробовать. Есть три режима работы этого списка, то есть это наш новый формат с неотвеченными и отвеченными. Вы можете перейти к формату только неотвеченных, чтобы это не делилось, и у вас ничего не мельтешило перед глазами, тогда список будет сортироваться по давности написания. Чем раньше написал, тем выше он в списке, тем самым вы не будете ваших клиентов ждать дольше, если они написали раньше, чем там новые. Но если вам это не устраивает и нравится, как было раньше, вы можете включить и предыдущий режим, либо отключить эту вкладку вовсе, если у вас не такой большой поток обращений. Мы изменили работу скрытого режима. Раньше скрытый режим работал на весь чат, то есть кто-то один из менеджеров активировал, и в этом чате все разговоры становятся
недоступны пользователю. Это оказалось не очень удобно, когда подключается к разговору несколько людей. Каждый из них боится, что кто-то отключит этот режим. И в итоге мы перешли к тому, что каждый сотрудник должен активировать себе скрытый режим, если ему это нужно. Мы попробуем этот режим, посмотрим, пока отзывы хорошие. Если что, будем корректировать для лучшего использования. Мы поменяли автозакрытие диалогов. Ну, много говорить здесь не буду, расскажу самое главное. Нужно запомнить, что если последнее сообщение клиента в диалоге, этот диалог никогда теперь не закроется. Его надо всегда обработать. Либо написать какой-то ответ клиенту, либо принудительно нажать «закрыть», чтобы не было такого, что диалог автоматически закрылся, а клиент не получил никакого ответа. Для статистики мы развернули историю разговоров, теперь она в хронологическом порядке, и менеджеры, которые отслеживают работу операторов, будет легче с этим работать. Они будут видеть разговор от начала до конца. Из истории разговоров появилась возможность вот там в правом углу, кнопочка «Перейти к этому разговору» и что-то написать клиенту. Не нужно будет отдельно выискивать его в истории. Само подключение мы улучшили. Раньше, если вы этим пользовались, то при нажатии «Начать разговор» вы сразу же активировали с ним разговор, запускался автозакрытие, приветствие, вот это все. Теперь такого нет. Если вы не хотите, вы можете зайти просто посмотреть этот разговор и нажать кнопку «Закрыть», и клиент об этом не узнает. Если хотите продолжить разговор, нажимаете кнопку «Начать». Мы добавили то, что просили многие. Мы добавили очередь одновременно всем. Это очень полезно будет для небольших команд, в которых поток не очень большой, но иногда кто-то там отходит, отлучается и так далее. Чтобы клиент не ждал, обращение поступит в чат, он поступит всем операторам в очереди одновременно. Кто-то первый, кто увидит, прочитает, нажмет «Ответить», и этот чат у остальных пользователей исчезнет. Тем самым вы сократите время реакции. Это будет очень удобно. Я расскажу то, что мне разрешили рассказать про план на весну чуть-чуть. Мы добавим новый коннектор, будем обрабатывать почту. Вы сможете работать с почтой в привычном формате открытых линий. Мы уже пробуем над этим режимом. В принципе, скорость реакции значительно сокращается. Это должно лучше нравиться вашим клиентам. Мы добавим поддержку древовидности Facebook, чтобы ваши комментарии попадали именно в ту ветку, где вам писали. Мы отслеживаем изменения API у всех, у Telegram, Facebook, Viber, и постоянно совершенствуем наши открытые линии. Мы добавим, совсем недавно Telegram добавил редактирование удаления, мы уже работаем, скорее всего, это выпустим где-то к концу февраля. Мы улучшим статистику, добавим новые срезы и добавим, наконец, графики. Вы сможете видеть нагрузку на каждого из оператора, вы сможете отслеживать вообще поток, и по каким каналам к вам больше пишут, чтобы вы могли как-то лучше это анализировать и направлять больше ресурсов в эти направления. Мы добавим оценку качества операторов, она будет двухфакторная, то есть клиент со своей стороны сможет сказать, нравится или не нравится ему разговор. А менеджер, который проверяет работу операторов, может поставить от единицы до 5 для того, чтобы потом при выгрузке составлять какие-то KPI. Мы добавим идентификацию пользователей в онлайн-чате, в виджете нашем, для того, чтобы даже после разговора, если человек даже ушел со страницы, вы могли ответить ему, и это обращение попало бы ему на e-mail, то есть вы бы не потеряли этого контакта. Мы добавим категорию обращений, чтобы вы могли категоризировать разговоры и последующие понимать, в какую сторону сделать больше упор, на какие вопросы вас больше всего спрашивают и, возможно, что-то улучшить, изменить. Мы добавим интерфейс быстрых ответов, чтобы сократить еще больше время реакции ваших сотрудников. И решим проблему Safari, которая недавно образовалась. Они усилили безопасность, и теперь наши виджеты без специальных настроек использовать, к сожалению, у них нельзя. Мы знаем об этой проблеме, ее уберем. Про чаты. Про чаты здесь, наверное, я очень быстро пройдусь по всем основным пунктам, их очень много, но рассказать хочется про все. Мы добавили чат с собой. Теперь можно наконец-то общаться с собой, если вам грустно, оставить какие-то ссылочки, какие-то заметки себе и потом использовать это и в телефоне. Отвечать будет?
Да. Можете файл все кинуть, чтобы не забыть. Это находится в поиск. Там набираете, выбираете либо себя, либо просто напишите имя, фамилию свое, вы себя найдете. Мы добавили ручное прочтение уведомлений. Этот режим очень поможет руководителям, у тех, у кого очень большой поток уведомлений. Раньше как? Вы заходили, и все уведомления, вот эти 30 штук, у вас сразу прочитывались, и вы их теряли. Это на самом деле не очень удобно, все на это жаловались. Мы сделали возможность включения такого режима, чтобы вы могли выделять сами, на какие уведомления вы отреагировали, а какие вы хотите, чтобы они остались. Сейчас это делается через настройки. Это просто доступно уже сейчас. Вы можете зайти в настройки и выключить такую опцию. Но мы планируем лучше понимать, что у вас очень большой поток, и переходить на режим, когда вам придется вручную это делать. Либо сделаем кнопочку «Прочитать все», чтобы вы могли лучше с этим координировать. Мы добавили также отметку прочтенности в чатах. Бывают такие моменты, когда вы заходите в чат, вам что-то написали, вы прочитали, и понимаете, что нет сейчас у вас времени развернуто ответить, но вы не хотите потерять этот диалог. Вы можете также отметить, что это сообщение не прочитано, и вернуться к этому позже. Мы сделали возможность подключить других участников с поддержкой, с отображением им истории. Раньше, если вы подключали людей в чат, то они историю предыдущую не видели. Не всегда это является удобным. Мы добавили отслеживание статуса сети. Нас спросили. Вы можете либо включить для всех, либо включить индивидуально для какого-то человека, что вы хотите смотреть, когда он появляется в онлайне. Как только он появится, у вас появится уведомление об этом, и вы сразу сможете его об этом что-то ему рассказать. Мы добавили копирование междиалогов. Выбираете, какое сообщение вы, какой файл вы хотите скопировать, копируете, вставляете, и он распространяется в другой чат со всеми правами, которые нужны. Для разработчиков, которые пишут наших ботов, им очень не хватало иконок, чтобы можно было как-то украшать наши сообщения. Теперь это доступно. Если вы отправите такую иконку в чате, то дополнительный набор у вас будет сохраняться, вы сможете что-то это себе делать. В нашем десктопе существует еще транслитерация. Если вы написали не на правильной раскладке, нажмите Ctrl-T, и текст будет в нужной. Удаление богатой ссылки не всегда, вот, допустим, когда кидаете вы большой список каких-то ссылок, там у вас получается такая большая простыня с богатыми ссылками, теперь вы можете отменить богатую ссылку, и у вас все будет очень компактно. Мы добавили статус просмотра в чате. То есть теперь всегда вы будете знать, что в групповом чате кто-то прочитал это сообщение, либо кто-то не прочитал, и отдельно его выделить и попросить обратить его внимание. Мы добавили администраторов в общий чат. То есть если вы администратор на портале, вы можете удалять сообщения, которые были отправлены в общий чат. Иногда это очень важно, когда приглашает кто-то нового сотрудника, а там в общий чат написали какую-то важную секретную информацию. Модераторов мы собираемся добавить также и в обычные чаты, то есть это должно быть удобно и в дальнейшем. Мы изменили поиск контактов. Раньше, когда вы пытались кого-то искать, этот поиск был раздроблен на подотделы. И очень было сложно кого-то найти. Мы сейчас группировали их по чатам, закрытым чатам, и сортируем их по дате последнего сообщения им. То есть если вы недавно общались с Евгением Петриченко, то он будет в самом верху у вас в списке. Вам не придется его где-то еще искать. И для Bitrix24 мы отключили принудительный поиск в нетворке. То есть теперь у ваших клиентов пользователи из других порталов просто так выскакивать не будут. Для этого вам нужно будет нажать специальную кнопку «Поиск Bitrix24 Network». Мы добавили возможность приглашать отдел. То есть если вы хотите обсудить какой-то разговор и пригласить сразу всех участников, вы можете теперь добавить отдел, и он будет сразу создан. Вам не придется перечислять по каждому сотруднику. Мы экспериментируем с цветными чатами. Мы добавили возможность менять цвета. Пока это не очень удобно через команду, но, скорее всего, весной мы какое-то такое решение примем и что-то сделаем. Персонализация очень нравится пользователям. Каждый у нас в компании, очень многие поставили кто череп, кто какие-нибудь цветочки. С этим приятнее будет работать. Здесь уже оценишь, классно говорят. Можно привязать к каждому пользователю? Давайте микрофончик вам дам.
Сейчас буквально через 2 минуты будут вопросы, я все расскажу. Многие жаловались, что когда у вас запущен десктоп-приложение, а вы в браузере, вы нажимаете в браузере, запускается десктоп, это не всегда удобно. Вы теперь можете это, в принципе, отключить, такое поведение в настройках глобально. Либо, если вам нужно только, вот, допустим, вы забыли десктоп дома, он у вас запущен, а на работе его нет, вы можете только для этого чата нажать правую кнопку мыши на быстром доступе и открыть чат уже в браузере, и вам не будет открываться. Мы сделали отдельную страницу для чата. Для тех, кто пользуется Bittrex 24 как коммуникации, его можно теперь поставить на первое место и работать с этим. Мы добавили имена под аватарки. Теперь и в мобильных устройствах, и в открытых линиях вам будет проще понимать, с кем вы разговариваете. Бывает часто, что работа с экстранет-пользователями, экстранет-пользователь не загружает аватарки, и тогда узнать, что вот этот силуэт — это один человек, а это другой, было сложно. Теперь по именам будет значительно проще. Мы планируем изменить формат сообщения, уйти от этого старого формата на весь экран и сделать вот такие вот облачка. Это позволит нам изменить и другие вещи, например, фотография. Если у вас очень большой экран, то фотография будет большой, если поменьше, то поменьше. И мы думаем добавить комментарии к сообщениям. Вы сможете комментировать какие-то вещи. Бывают какие-то чаты, в которых там общается руководство или еще что-то, или в принципе он очень важный, и туда просто так не хочется что-то лишнее писать. Но вы хотите прокомментировать какое-то сообщение. Теперь это не будет отвлекать всех сотрудников, которые находятся в этом чате, и вы можете обсудить это все с коллегой. Спасибо большое. Если у вас будут вопросы, отвечу сейчас и на митинг-поинте сразу после доклада. Евгений Ефимов, компания Reps.com. Вопрос такой. Вот очень красивое оформление, понравилось. Оно к чему будет привязано? К юзеру? К пользователю. То есть я могу каждому пользователю назначить свое оформление, получается? Ну, да? Так как пока мы это не выпускаем прямо вот на всех, как вот настройка, да? Uh-huh. Каждый пользователь должен это выставить сам. Но потом будем думать. Технически я смогу это как программист указать, что вот я хочу клиентам такое оформление, сотрудникам такое оформление, например, партнерам такое-то? Пока нет, но вы подойдите, мы подумаем, как мы сможем это сделать. Корпоративно. Есть парочка вопросов из приложения. Скажи, пожалуйста, можно ли у нас вставлять картинку из буфера? Я знаю, что мы экспериментировали с этим в чат. У нас есть уже технология вставки в буфер. У нас пока нет верстки под это. Как только мы сейчас будем очень большой блок на весну по и мобильной версии. Мы полностью переделаем приложение, оно будет очень быстрое, не будет загружаться, будет локально хранить сообщения. Вы теперь не будете ждать вот эта загрузка, колесика. И, соответственно, поменяем много других элементов, и в том числе можно будет вставлять из буфера картинку. И вот вопрос из мобильного приложения, но еще и от меня. Когда ты добавишь информацию об отсутствии сотрудника в чат? Я не знаю, даже где не добавишь ты хочешь ли, это? А когда ты добавишь это? А что значит отсутствие? Например, ушел сотрудник в отпуск. Я ему пишу и не знаю. У нас даже иконка есть. Там такая пальма красивая. Уже есть, но мы еще пока не добавили такой режим. Понятно. Но пальму уже нарисовали. Окей, хорошо. На весну. Коллеги, у нас большой блок, я постараюсь это туда реализовать. Да, готов принять еще один вопрос из зала. Вопросов нет. Спасибо, Женя. Есть вопрос. Хорошо. Окей. Да, скажите, а вы планируете делать такую штуку, что я вот заранее ставлю, что вот я принимаю сообщение только с часу до двух и, например, с 4 до 5, а все остальное время я вот недоступен. Это про открытые линии или вообще про чат? Нет, про внутренний чат, мессенджер. Интересная идея, кстати. Честно говоря, не думали о таком, но… Расписание вот этой доступности, недоступности. Внутреннее расписание. Для чего вам такое нужно? Либо приходили уведомления в это время, либо не приходили. А скажите, для чего вам такое нужно? Ну, для того, что, например, у нас в компании введено правило, что начальников отделов и руководителей можно беспокоить только с 12 до часу, ну, по внутрянке, и с 4 до 5. Все время сообщение просто игнорится. Я понял вас. Очень интересная мысль. Если вы подойдете ко мне на митинг-поинте, я зафиксирую, подумаю. Хорошо? Да, еще один вопрос, если есть… Нет вопросов. Женя, спасибо.